Ну что, друзья, вот и ваша любимая Рукова Людмила Алексеевна. Всем привет передавай. Всем привет передаю. Большущий. Идем с Новым годом. Идем в салон красоты наводить порядок. Красоту. Вот. Как-то так. На улице холодно. Вот только что я приехал. И сразу вот идем в салон красоты. Вот. Все, до связи. Увидимся в салоне красоты. Так, ну что, друзья, мы в парикмахерской. Мама пошла на маникюр. Сейчас делается маникюр. Потом пойдет постригаться, делать укладку, стрижку. А я буду сидеть ждать. В общем, до связи. Друзья, послушайте, как красиво песня поет канарейка. Друзья, посмотрите, сколько много наград, дипломов. Ой, это моя мастерская. Вообще здесь очень круто, красиво. Вот, приходите здесь сюда. Друзья, ну вот, делают маникюр, наращивание. Красоту наводят. Сейчас скоро перейдут к волосам. Вот. Итак, друзья, приступили к волосам. Сейчас вот идет окрашивание, вот стрижка. Вот. Да, друзья, ну что, мы приехали в салон красоты. Только что вот, ой, как холодно на улице, башки. По пути заехали за телевизором. Маме купил телевизор 42 дюйма, производство Россия. Не знаю, как будет работать, непонятно, сколько времени проработает. Мы брали предыдущий Philips, брали, проработал он 3 года, Philips. Сейчас взяли, как бренд называется? Фусион какой-то. 42 дюйма. Вот, сейчас будем его устанавливать. Мама идет пока кормить животных. А потом поедем мы в баню. Вот. И встретимся с вами, наверное, уже в бане. Или, если успеют установить телевизор, покажу вам телевизор. Вот, все, до встречи. Ну что, друзья, вот установили телевизор. Повесили его на стенку. Вроде бы так ничего, нормально смотрится. Работает. Антенна почему-то вот плохо работает. Снежинки такие вот идут, снежинки. Вот, ну в общем как-то так. А мы собираемся в баню, все. Так, ну что, друзья, мы помылись в бане всей семьей. Едем. Сейчас разъезжаемся по домам, кто куда. Вот, так что теперь уже увидимся дома. До связи. Ну что, друзья, сегодня второй день, как я на родине. Сегодня мы ездили, шопили в магазин, купили 4 платья, 2 пара обуви, одна пара у нас зимняя, вторая пара у нас летняя для платьев. Вот, потом купили зимнюю куртку, купили, и вроде бы все, да, я уже даже не помню, что мы купили. Так, а сейчас я вам покажу то, что мы купили. Так, это у нас первое платье. Оно такое темное, блестит. У этого платья есть такое вот красивое украшение. Вот посмотрите, как красиво блестит. Рукава такие вот тоже прозрачные, тоже блестят. Длина у этого платья до колен. Вот, посмотрите, как красиво. Ткань такая плотная, вот, да, сама. А рукава вот сеточка. Вот, друзья, и второе платье. Оно такое зеленого темного цвета. Ткань такая плотная. Рисунок какой-то есть. Какие-то вензеля, что ли, непонятно.
ткань такая плотненькая. Рукава такие вот красивые. Маму странит, в принципе, можно так сказать. Фасон такой вот узкий. Платье такое до колен длина. В общем, в принципе, неплохо, нормально, я так смотрю, красиво. Вот, друзья, третье платье. Посмотрите, какое оно красивое. Оно такого темного синего цвета. Тоже платье до колен. Посмотрите, какие красивые рукава. Они такие прозрачные, сеточка такая. И вот на сеточке есть такие вот красивые цветочки. Очень красиво. Платье такое легкое, воздушное. Интересное такое. Тоже маму странит. Маме очень понравилось это платье. Вот. Думаю, неплохо она смотрится. Вот, наконец, и четвертое платье. Это платье такого шоколадного цвета. Я даже не знаю, какой это цвет. Какой-то коричневый, шоколадный. Какой-то очень интересный цвет. Ткань, значит, тоже плотная. Фасон такой, в принципе, тоже классический. Длина до колен. Вот. Ну, очень такое интересное. Вот. Думаю, тоже неплохо смотрится. Итак, друзья, вот курточка, которую мы сегодня купили. Она такая кофейного цвета. Кофе. Кофе такой цвет. Мех такой вот интересный, серого цвета он. Такого серого цвета. И вот такая вот вообще она курточка сама по себе интересная. Тут какие-то пуговички вон там. Вот здесь вот какие-то вот пуговички какие-то. Такие вот интересные карманы. Сделанные очень интересно. Сапоги вот зимние. Они такого вот какого-то красного, коричневого цвета. Тоже интересный цвет. И вообще они тоже красивые. Вот. Зимние. Так что вот так вот. Сегодня вот такой вот у нас был шопинг. Итак, друзья, вот наконец очередь дошла до купальника. Купальник черный, закрытый. И сверху купальника одета легкая накидка, халат. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, вот. Такая вот накидка. Она прячет все недостатки, так сказать, вот здесь. Вот. И, ну, естественно, с этой стороны тоже. Потом прячет недостатки на ногах. Накидка эта. Вот мамочка покажет вам, как сзади смотрится. Вот впереди вот так вот красиво смотрится. Я думаю, ничего. Красиво, нормально. Да? Вот так вот.